Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Кирилл Геймер, ОлТВ, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем до самого. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». На карте 5 ночей с пони. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Мы скачали очень классных, страшных аниматроников, которые будут сегодня нас мочить и пугать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, поближе микрофончик, чтобы все было четко слышно, как я буду орать. Он всю уже карту. Отдать. За правой дверью. Он справа двери. Так, давайте посмотрим, где он. Да-да-да, я его слышу. Все, ой. Нифига себе, это может через двери, что ли, так заглядывать? О, читер, читер. Это нормально, что он так делает? Это ему плохо, наверное. Ребята, аниматронику очень плохо. Ребята, дайте пирожки. А есть пирожки у нас, пацаны? Есть пирожок один. Наш как называется? Он от Эдди, ему дам пирожка. На, понюхай ступню. Убежал. Так, я успею, если что, закрыть. Смотрим внимательно. Так, открывай там двери. Я слева стою, если что. Да, я справа, если что, стою. Открытие. Как он сюда попал? Вот скажите, как он сюда попал? Уходи! Нифига себе, ребят, вы видели, как аниматроник умеет? Очуметь! Так это неадекватный, что ли, аниматроник? Сквозь полы проходит. Ой, пока. Успел закрыть, молодец. Так. Он идет справа. А, нет, он нашла. Он нам что-то говорит. Открывай двери там. Закрывай, Дим. А его нету здесь, я успею закрыть. Точно? А если мы умремся? Не, мы не умрем. Мы затащим. Ой. Все нормально. Все хорошо, ребята. Я слышал, он тебя где-то, Дим. Не, не мая его здесь. Вот он бежит, и я теряюсь и закрываю дверь. Кстати, у меня 40% жизни осталось. Эти двери могут убивать. Блин, он неадекватный. Вот это сегодня она попалась. Попался неадекватный аниматроник. Так, он ушел, я открываю. Блин, еще звук такой, да? Слышите электричество? А! А как он нас убил? Я даже не успел ничего понять, как это произошло. Так, быстрее, быстрее в офис. Как он нас убил? Я вообще не понял. Закрыл справа. Да не, он не с правой слева? Стороны вроде убил, а с левой. Нет, слева никого не было. Вон кексик, он кексик, он кексик. А, кексик не убивает, пацаны. Или он убивает? Убивает, закрывает тогда. Правда, не убивает. Убивает, это что, правда? Вот он идет, все нормально, пацаны, я успею. Закрывай. Да закрыл, закрыл я. Тут какие-то кнопки с опозданием закрываются, блин. Это я открыл случайно. Он нас обманывает, он хочет войти. Так, вроде нет, его он ушел. Да. А вот он стоит, и я успел закрыть опять. А я ж могу еще свет включать там. Слепить его свет. Могу. Ему, чтобы ходить, ему прыгать Чил. Надо. Здесь тоже свет работает? Да. Ага. Так, все, открываем. Да, закрываем, блин. Жесть, ребята, он стоит здесь, прямо возле двери. Не хочет уходить. Слышь, он ты. Он уходит, он ушел, он ушел. Так, хорошо, все, открываем. Да, внимательно смотреть. Что? Прям боюсь выглядывать, ребята. Знаешь, что он может в любой момент настичь нас и испугать. А ну я на свет нажимаю, дверь закрывается. Странно, да? Это электрики напутали что-то. А могут аниматроники нам электричество? Да, все нормально, я успеваю, пацаны. А так. Если он войдет? Дверь открыта, открыта. Не, он не успеет зайти. Уверен? Да, на 100%. А если его старший брат придет? А он задрал. Зашел. Да ну блин, его ж не было там. А я выйду, пацан, он нас не убьет. Смотри, какие зубы. А, не, все, 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 он не убьет нас. Давайте его рассмотрим. Вот это он стрёмный. Фотографировал, да, его? Да, на память. На обложку журнала. Все, он уходит. Видите, я сказал, что он не убивает. А вы испугались его. Это добрый аниматроник. Ой, что это? Открываем дверь. Это он вам спасибо говорит. А, это еще аниматроник умеет говорить спасибо. Это что-то, ну, ребята, новенькое у нас. Слышите? Ой, он слева. Еще б чуть-чуть бы и успел. Но он может обмануть, пацаны, будьте внимательны. Он дверь нам портит. У нас, ребята, сегодня такие главные правила, что одна дверь всегда должна быть открыта. Смотрите, он дверь нам шкарябает. Эй, не ломай двери нам. Это арендованный. Все, он ушел. Уходи. И что, успеваем? Ой!
Еще б чуть-чуть, да? И зашел бы. Да, еще чуть-чуть, но я успел. Ай, блин. Все, он уполз. Видите, как ползет? Это он ходит. Он, так сказать, не ходит, а ползает, лазит. Я, если что, успею закрыть, не бойтесь. Я тоже, если что, успею закрыть. Вот он идет. Я успеваю. Я закрыл, все. Молодец. Он тут шкаревает нам двери. Смотрите, как он хочет зайти к нам. Ребята, мы сегодня очень хорошо играем, поэтому он не сможет к нам никак попасть, потому что мы лучшие охранники во всем белом свете. О, идет, он слева. Вон он, смотрите. Да, я вижу. Блин, они так классно разговаривают, прям вообще. Ребята, ролик точно заслуживает вашего лайкосика и классного комментария. Ой, закрывай! Ё-моё, это было очень стрёмно. Вот это у него челюха, смотрите. Как мы его хотим отогнать. О, включай освещение там. Лампочку нажми. Все, мы его слепим, видите? Ему не нравится этот свет. Все, все, он отступает, пацаны. Отлично. Все, открывай двери. Энергию не сажай. Да, да, да. Да ну, зачем ты? Я смотрел с этой стороны, если что, я успеваю закрыть. Так. Ой. Все слушают внимательно, интересно. Может он нас еще раз убить или нет? Мне кажется, не сможет. Давай. Фух, блин, это было на соплях. Я испугался. Я тоже испугался. Пока Мисс у нас не может обмануть, ребята, мы одни из лучших. Да, мы лучшие работники года. Да, я знаю, вот он идет, и я успеваю закрыть. Есть, прям перед носом закрыл. Аниматрон. Это он двери ломает нам, слышите? Двери не ломай нам. Не ломай, мам, я прям слышу, как он бьет по дверям. Ну все, как утро настанет, мы разбегаем. Плохо, что нельзя там включить свет с той стороны. Он, пацаны, ушел. Эх, я не успел увидеть. Да он сильно тихо себя вел. Блин, видите, я не ожидал такого. Вот это хитрый. А я сказал, что будет нас обмануть. Пацаны, впустите меня, пожалуйста. Я боюсь его. Заходи, заходи, заходи. О, блин, я там даже боюсь секунды находить. А кто-то ржет на всю карту. Вон он стоит, смотрите. Уходи. Мы тебя не звали. Это наш. Он справа, он справа. Я успею закрыть. А что он говорит? Что-то про энергию. Что-то про дверь и про свет. Кто-то ослепить его. Он говорит, что, ребята, вы не успеете закрыть двери и включить свет, я всех замочу. О, я понял, он света боится, походу. О, значит, надо ослепить. Да. Ой. Молодец, что ты закрыл. Блин, я аж дернулся. Он смеется с нас. О. Блин, прикольный монстр. Ходи. Все уходит, пацаны. Он справа. Я здесь, если что, стою. Я успею закрыть. Да ты успел один раз уже. Так не, он обманул меня, понимаете? Это хитрый очень аниматроник. О, и умный причем. Я могу тут двери закрыть? Ой, Дима, куда ты вышел? Я хотел двери закрыть, еще дверь есть, но она не рабочая у нас. Ее заклинило. Да. Аниматроники сломали специально. Да, да, да. Он невидимый. Да? Ты знаешь. Да, вон фонариком видно. Его тень. Ах ты чилить. Подсвечу его, чтобы мы видели. И говори инфу, да. А я вижу, вот ты светишь, и я вижу, тень от него падает. Вон, бежит, быстрей! Нет, а не успел! Все, мы вышли, мы вышли! А, он не убивает нас. А что нас не убил? Он морковки на походу хочет. Ребята, напишите в комментариях, как зовут этого аниматроника. Сыграем еще раз. Все, он ушел. Все, играй сам, мы не хотим с тобой играть, ты очень злой. Пацан, он зашел за угол, я видел, как он там зашел за диван и стоит там. Какой хитрый жук. Ого, он злой. Накричал на меня, что что-то ему не понравилось, пацаны. Да все у нас нормально тут, а. Че ему не нравится-то? Там аниматроник черный, здоровый появился. Где? Сейчас увидим мы его. Ты закрыл двери? Да, он слева. Его на камере. Это хэллоуинский аниматроник. Я вижу, он, смотри, как он светится, Бонни. У него красные глаза. А, это Джек Бонни. Оранжевые. Бонни. Это Джека Бонни. А хэллоуин еще не скоро, уходи. Через дверь проходит. О, видишь, фонарика боится, светите ему в глаза. Я свечу, я свечу. Во-во-во, слепим его, да не меня аж бей. Так я свет включил. Не нравится ему, пацаны. Все, он ушел, давайте с этой стороны смотреть. Как он кричит. Так, никого нету здесь.
какая. Это он звуки издает. Он нас хочет напугать. Слышите, где-то он ходит? А ну, по карте, где он там? У тебя? Он к тебе идет. Да, я успею. Он или стоит на камере, я его на камере вижу. Да, вон он. Он у столика. Вон он стоит вдалеке, смотрите, на меня смотрит. И показывает на меня пальцем. Это жесть. А куда он делся? Он поломался. Он исчез. Нет, там тыква появилась. Нет, голова катится, голова. А! Тыква. Ой. А что эта голова делает? Я не знаю, что тут головы катаются. Это тыква. Эй, класс! Это знаете тыкву на Хэллоуин, которую делают? Она что, убивает? А за что? Эй, передурок! Закрывай! Фух, слава богу. С той стороны. Вот он пришел. Вот он показывает опять пальцем на нас, через дверь. Свети на него. Он за дверью стоит. Да, я слышу его. Что он там делает? Мне интересно даже. Опять пальцем показывает. Ты слышишь, засунь свою руку. Бей по рукам. Так, я не могу там камеру опять включить, да? Опять тыква катится. А где она катится? Я не знаю, слева или у тебя? Я держу здесь взгляд на аниматроника. Ой! Снимай его? Опять, смотрите! Слышь, ты заныкай свою руку вонючую. Убери, отави его. Ого, его колбасит там. Но показывают на тебя, че на меня показывают. Блин, я боюсь, когда на меня пальцем показывают. У меня такое ощущение, что он хочет нас убить. Так, давайте отключим здесь свет. Опять тыква катится. Я успею. Нет, это не тыква, это кошмар, это Балумбой. Ой, Балумбой, точно. А где он? Так, давайте здесь еще раз посмотрим. Точно никого нету? А, вот он у тебя, ЛТБ. Ой, привет. Все, закрыл? Молодец, что успел. Маленький. А, вот мы смотрим, да. Убегай. Он так прикольно ходит, как челепиздрик какой-то. Так, он в туалет пошел. А. Его пришибло. Так. Аниматроники так. Ходят в туалет? Напишите в комментариях, ходят аниматроники в туалет или нет. Вот это мне интересно будет почитать. Я на самом деле не знаю, ходят они в туалет. Нет, конечно. Нет? А может они масло сливают там? Нет. Раскрывай. Нет такого у них? Он, смотри, как он веселится там, бегает. Ага. Маленький. А, он приколист. А может не убьет он нас? Давайте впустим его. Давай, впускай его. Не надо. Сюда. Да не, ничего нам не сделает. А, он просто по кругу ходит. Как будто его завели. Прикольный челепиздрик. Ему так весело. Ой. Он идет к нам. Все, пусть заходит. Так. Привет. Может, он мимо пройдет? Все, он сел с нами. Это добрый. Так у него зубы в два ряда. Это как-то очень странно смотрится. Вот шарик нам. И немножко стрёмно, ребята. Иди с шариком гуляй, иди. Маленький ты наш. Иди. О, все. Прикольно. Ой, он мяч. Он что, его этот съел, что ли? Да. Нифига себе. Так, где он там? А ну, смотрим. А ну, включи главный зал. Давайте ему стул уберем, она мешает. Никого ой. Нету. Ой-ой-ой! Блин, вовремя ты закрыл, еще б чуть-чуть. Это манго кошмарная. Да. Она света боится. Слепее. Все, ушла. Она сейчас. Я успею, если что, здесь закрыть. Вон она, я ее вижу. Привет. Как ну-ка, дела? Смотрим. Все, убежала. Опять в туалет. Да они задрали, что они в туалет ходят постоянно? Да приспичило, видно. Тухлыми пирожками накормили аниматроников, они теперь ходят. Как она зашла сюда? Она быстро. Ты ее сколбаснула. Она быстро. А что она дрожит? Может, она боится нас? А ей нет. Холодно, наверное. Ух, улетел. Я думал, она замочит. Все хорошо. Опять ты чего? Ой. Нет, она меня не убьет. Идем быстрее, давай. Нет! Блин! Надо было на улицу. Кстати, здесь на этой карте есть улица. Можно было бы на улицу даже убежать. Ой. О, как ты залез? Что? Пацаны, пожалуйста, впустите меня, я боюсь здесь находиться. Она как-то. Ой, что? Да опять она здесь. Ты чё тут ходишь? Иди отсюда. Так, это смотрим. Все спокойно. Она опять тут. Ой. А чё она ныряет так? Как бассейн какой-то. Еще так она вынырит, с этих она крутится прикольно. А, все, исчезло. А, все.
Привет. А что ты на меня пальцем показываешь? Он показывает, что ты умрешь. Следующий. Она упала. Дима, она упала. Опять куда тыква? Упала-то? А, тыква, это тыква. Она в тыкву превратилась. Она... Не открывайте дверь, она не, там. Не буду, тыква убивает. Хватит правую дверь, она дверь открытую. Нет, она тут. Она тут прыгает. Иди отсюда. Это что, он хочет зайти к нам? Она хочет зайти к нам. Смотрите, опять показывает. На меня пальцем. Нет, иди не на меня. Она опять в тыкву. А, нет. Иди, нет. Иди давай, иди отсюда. Я даже посвечу на тебя. Иди отсюда. Иди. Все. Все, в тыкву превратилась. Все, ушел. Покатилась, все, катится. Я смотрю, ребята. Зачем уже они? Я все смотрю. Ой. И чекаю. А, я живой, да ладно, красота. Да меня не достало. Я буду бить его по зубам. Ушел. Мы ему все зубы отобьем. Да что они там делают, ныряют что ли? Ой. Что? Да ё-моё, его испугался. Он слева. Открывай двери. Он уже там? Он был только что тут. Я открыл дверь. Ладно, значит я открываю, иначе его здесь нету. Он слева. Как он так быстро перемещается? Ничего не понимаю. А, быстрей! Там открывай. Блин, ребята, вот это он хочет нас напугать. Дим, обмануть хочет. Все нормально, пацаны. Он нас не убьет. Дим, ведь до драмы ту пиццу съели. Нас глючит, пацаны. А, кексик опять. А то ё-моё, что ты заладил здесь ходить? Не бей его, не надо. Он а не, он нам ничего вроде не сделает. О, все. Это наш талисман. Давайте сфоткай, я даже сфоткаю его на память. Давай. Давай, Дим, подойди рядом. На память. Давай. О, фотка с кексиком. Все, он уходит, пацаны. Все, давай, он пока. Тебе, он тебе нос хотел откусить. Я не разрешаю нос кусать. Пока, поэтому пока. Уходи отсюда, щенок. Так, давайте посмотрим. Все, он ускакал. Ой. Слышите этот звук? Да, да. Как будто кто-то стреляет. Что это за звуки такие? Что? Я никого не вижу, но я слышу. Ой. Блин, я дернулся. Опять бьет по двери, смотрите, что он делает. Как же он хочет к нам зайти? А мы очень хорошо играем, он не может там никак попасть сюда. Офис наш. Блин, очень стрёмно разговаривает. И опять бьет по дверям. Очень прочные двери. Двери из титана. Какие шкафы здесь подёртые? Будто кто-то в нем ныкался и дверь выгнули, смотрите. Штраб, закрывай. Штраб. Где? У тебя там, он тут за печкой прячется. Ой, вон там он. Мячик. Он сел, смотри, сел. Я вижу, побежал. А пусть к нам заходит? Не, не сможет зайти, мы его не пустим. Или пусть заходит. Пусть заходит, он добрый воин. А, ну давай, заходи. Филипиздрик, ты где? Я думаю, нас о, умеет. Пришел. О, держи мячик. Иди гуляй. Зачем ты стрельнул по нему? Ой. Он разозлился. Ой, на нас за это. Ой. Не злись. Это будет хорошо. Гуляет мячиком. Маленький. С мячиком. Не знаю, что им делать. Это обзывается на мяч. Ой, он съел его. Так, хорошо. Я смотрю. Ой. Идет. Ой, опять она. Да что ж они заладили здесь? И опять пальцем показывает. Да ну ё-моё. Тыква, тыква покатилась. Уйди своим пальцем. А где тыква? Она укатилась. Никого нету. Я слышу, тыква где-то катается. Что? Вон тыква под столом сидит, я вижу. Катится сюда, я успеваю. Тыква справа. Она звук, кстати, издает, когда катается. Вот она стоит возле окна. Где? А вот, смотрите. А, во, привет, как дела? Это как мяч для боулинга. Это точно. Ой. Ой-ой-ой. И опять показывает пальцем на нас. Уйди. Так, пацаны, сейчас вернусь. Не надо, Дим, ты умрешь. Я не умру. Ой, тыква.
О, тыква, привет. Мячик для боулинга. Все отлично. Пацаны, я в туалет. Хорошо, все хорошо, отлично. Да, видно, пицца там была очень сильно просрочена. Потом я слышу, он идет. Она идет. Ой. Меня спалили и показывают на меня пальцем. А, тыква здесь. Им давай к нам в офис быстрее. Все, я сейчас иду. Пацаны, я сейчас зачищу эту карту. Не надо. Да надо убить всех. Все, ребята, мы зачистили всю карту от аниматроников. Так что ночь пройдет. Ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанёк, Колбаса, Пика. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Сегодня мы играем Гаррис Мод. Самая классная и любимая рубрика на моем канале «Аниматроники пугают охранника». Даже охранник сегодня вытанцовывает и поднимает всем настроение. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Он уже стоит. Вы готовы, если что, забегать в будку? Да. А он медленный, пацаны. Он не может быстро ходить. Поэтому все будет хорошо. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. На, поешь. Ты не боишься его? А, он сдох, пацаны. Давай, пудж, бей его. Ребята, смотрите, какой у нас сегодня офигенный скин. Напишите обязательно в комментариях, с какой это игры персонаж. Кто напишет первый, обязательно попадет в начале ролика. Не подсказывать. Лянь лежит расстроенно. А все нормально, пацаны. Главное, что он разговаривает. Давайте ему этот подстрачник отдадим. Слышь, ты щенок. Ой, извини, по башке. Ой, извини. Я бью там кого-то. Все, отходим. Мне кажется, он сейчас может резко ожить. Он убежал. Вентиляцию пошел. Нет, он убежал. О, он это Монти? Да-да. Закрывай. Он бежит! Он бежит! Быстрее! 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 Закрывай двери! Есть, мы успели, ребята, это было очень стрёмно. Блин, реально испугался. А ты по дверям дверь стреляешь. Дверь из металла. Ну, по звуку как из дерева, по виду и металлическая. Да. Все, он ушел, ребята, вот я увидел по камерам, он спетлял. Еще по 40, где он? Да иди, давайте посмотрим на Пуджа. Так, он выглядывает, я вижу. Фредди идет? Да, Фредди. Вижу. Эй. Блин, он добрый, кстати. А, это же Фредди не убивает. Да, он добрый. Ого, он здоровенный. Он просто гигантус какой-то. Да, он просто пришел обследовать. Сейчас он пойдет аниматроникам, скажет, кто тут, сколько здесь человек и что мы тут делаем. Все, давай, сиди там. Я прикручу дверь, буду держать, он не сможет теперь выйти. Все, ребята, мы закрыли аниматроника. А теперь ты там сиди, ты понял? Эй, тихо, тихо, держу дверь. Так, нормально. Давай, Дима, я. Ой, я знаю, что надо делать. Мы тебя не выпустим, ты должен там сидеть. Ладно. Вырвался, хорош. Так, смотрим по камерам дальше. Все, убежал. Короче, делаем ловушку для аниматроников. Ставь мины. Первая пошла. Только смотрите, не подорвитесь на ней. Ой-ой-ой, лазер уже засветился. Ёлка! А что, мы сами себя взорвали? Быстрее, 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 быстрее. Я тут. Заховался. Простите, давайте, пока. Я пошел. Ого, он убил нашего. Колбаса слилась. Ой. Нет, не откроют. Отомщу. Да подожди, стой, 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 да что с дверями? Да двери! Все, Саня закрыл. Блин, он нас сожрал. И еще раз съел, что за фигня? Поймал. О, ребята, я сейчас буду следить за аниматроником. Сейчас запрячусь и буду следить за ним, как он идет. Дима, я его закрыл. Я его держу. Да? Ага, понял. Сейчас вырвется еще как-то. Нет, не сможет вырваться. Ой, давай я, короче, открывай, я гранату туда брошу. Давай, раз, два, три, убегайте, убегайте. Да, да, давай, давай, давай. Открывайте. Раз, два, три. Бей! Есть! Бей! Я кинул гранату ему! Вот мы, шкодники, еще те. Все, мне не найдет. Поможет. Ого, аж дрожит все. Все. И я его обманул, ребята. Либо в крысу стоит. О, убила кого-то. Ай, ай! Я живой. Как ты жопа. Хорошо, обманула нас, кстати. Я не ожидал, что с той стороны придет. Так, надо все-таки взять это оружие. Мы сейчас будем ловушки делать с порталами.
там Ваня. Ой! А, не убивает! Дима, о, привет, привет! Как дела? На тебя бесконечный портал. Ой. Попал в ловушку, смотрите. Мы обманули. Короче, бесконечная ловушка для аниматроника. Ой. А, он же не убивает, его нельзя бояться. Зачем его бояться? Мы сейчас тут поставим портал. А, на двери нельзя поставить. И туда нельзя. А, вот так вот можно криво поставить. Так он же не убивал. Ой, Монти. О, Монти идет. Заходи в портал, быстрей. Я удалил. Я убил Монти. Что? Как ты его убил? Монти умер. Силой мыслей. Да пацаны, вы чего? Они же злые. Молодец, Зима. Все, бесконечная ловушка готова, пацаны. Он слева. Ой, беги! Да что ты стоишь, патроны выдаешь, блин. Патроны. Быстрее, заходи, заходи, заходи. Ай! Чуть-чуть не успели до двери добежать. Тяжело убегать, когда впереди еще один персонаж стоит. О, она поломалась, пацаны, смотрите. Подходите, не бойтесь ее. Давайте рассмотрим. Рокси красивая. Аниматрониха. Правильно же, да? Аниматрониха. А ну отходи, закидаю минами. О, давай, закидывай. Мы ее должны убить. Все. Саня, стой. Взрывай. Наш испытатель. Да мало, это мало. Мало? Кидай еще. Конечно. Давай, а я базука активирую. А ну-ка, интересно. Ой, хорош. Ой, а меня... Ой. Как я запрятался, не увидит. Понечко, уползаем за столы. Поймаешь? А ну. Нет. Саня, иди, апперкот пробью тебя. Поймаешь, не поймаешь. Да ты... Ой. А, наш не убивает. Дима. Вот же не поймаешь. Нет. Ух ты, вот это ты замочился. А что я там ударился? Я что-то уперся, не мог. Так прикольно лег. Немножко этот, монеты потерял, ищу. Пудж, давай, скиллы свои используй. Ну, скиллы сейчас, надо подумать. Говорю на аниматроническом. Прикольно. Нет. А, вот он. Где? Мьюзикмен, бегите. А я портал тут поставлю, я смогу выйти, пацаны, к вам. Я вас сейчас всех спасу, он к вам идет? Да, идет. Нет, не идет. А ты где, Дима? А вот привет. Я вообще в большом зале поставил портал, чтобы могли спасаться. Ребята, очень круто выживать с помощью портала. А ты по нему стреляешь? Он где-то там? Наверное, не знаю. Мочи его. Короче, теперь охранник. А я не баба, я пойду. Иди. Эй, а, да, вон он, лянь, стоит. Цикло. Давайте по порталам идите, посмотрим, где он. Цикло. А вот он, пацаны, стоит, я вижу, ты по нему стреляешь. Кстати, через портал глаза не вижу, а так вижу. А ты куда ему там меч вставил, я так и не понял. Ну, около ноги. Около ноги, я понял. Около ноги, там вверху. Это называется межбулочное пространство. Апперкот. Апперкот, да. О, что с порталом? Бежит, глянь, Монти. Пока. Вижу, вижу, ползет. Нет. Блин. Никого не убил? Убил. Ай, не успел. Я успел. Я его, ребята, закрыл в портале. Он в бесконечности. А он медленный, смотрите, он меня не может догнать. Что ты мне сделаешь? Я тебя обманул. Иди сюда, щенок. Пацаны, я знаю, как нам спастись. Мы на море. На море. А у нас не убьет, когда мы в тележке сидим. Я это знаю, фишку. Все, мы бессмертны, пока мы в тележке. Классно, ребята, вы придумали. Подай разверну. Сбивай его, у него жизни тратится. Когда искры идут, жизни уходят. Все, ребятушки, мы выхватили один метод классный. Не-не-не. Он ничего сделать там не может. Я его сейчас задавлю. А мы бессмертные в тележке. Прощай, щенок. Он к нам сел. Кто это забрет? А это закон у нас с нами ехать? Ребята, аниматроник с нами катается и танцует. Он тяжелый, кстати. Тяжелый. Пусти. Взрывай нас с тележкой. Мы жертвуем собой. Давай что-нибудь мощное. Ну ладно.
А мы его не убили? Убили аниматроника, ребята, вот так вот. Пожертвовали собой, чтобы убить аниматроника. О, я знаю, что еще ребята нас спасет. Сейчас мы, ребята, поставим машину, и мы его убьем. Во! Ну что, мы его встречаем, ребята, мы еще никогда не ставили здесь. Убил? Не убил. Я его сейчас собью тогда. Пошел отсюда! Я знаю, кого убить. Дима, не дави. Да я его хочу подвинуть, не мешайте. Ух ты! Ух ты! Немножко подгорела тачка наша, но ничего. Ай! Ой! Тихо, тихо. Так. Так. Ты бомбу взорвал! Ты взорвал? Нет, я не взорвал ее. Ладно, убьем хотя бы. А я убил аниматроника или нет? Нет. Он еще живой. Убил. А вот теперь точно убил. Еще бомбы. Вы что, психи, что ли? Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, ОЛТВ. Крошка-крошка, гусеняк, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем до свидания, ОЛТВ. Очень крутая и любимая рубрика на моем канале. Аниматроники пугают охранника на карте FNAF 4. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Ребятушки, сегодня мы будем строить бабушкины калитки. 1000 лет мы их не строили и наконец-то дождались. Так, показываем, как их строить. Быстрее закрываем двери, пока не пришел аниматроник. Все, он уже не сможет. Все, закрыто. Ты больше не зайдешь сюда. Так, смотрите, ставим резинки от трусов обязательно. Берем гусанька трусы, распускаем на резинки и ставим. Ну, видишь, у тебя черные резинки от трусов, нормально? Вот такая музычка уже стрёмная играет на карте. Побольше резинок от трусов. И вот гусанек распустил твои трусы семейные. Видишь, длинная резинка появилась. Так, и теперь мы обязательно ставим толкатели. Это, ребята, показываю, как вообще правильно строить эти калитки. Потому что мало кто знает, это секретная информация. Так, и сейчас мы сделаем апгрейд, мы поставим кнопки, чтобы было интереснее. Вот, ребятушки, мы поставили две кнопки, теперь мы можем нажимать. Это у нас закрыто, это у нас открыто. И теперь мы даже покрасим, чтобы было прям видно, где какая кнопка. Раз это закрыто будет красное, а это будет зеленое, это открыто. Все, расслеживаем калитки. Ну что, проверяем, тестируем наши калиточки. А ну-ка нажимайте кнопки кто-то. Да вы что, не нажали? Ё-моё, еще чуть-чуть, и мы бы выиграли. Ну ладно, аниматроник, видите, сегодня жесткий. О, смотри, где я появился. Я появился на первом этаже, теперь моя цель добежать до офиса. Побежали, Дима. Аккуратно только, очень осторожно. Нет, не сюда. Так. Нет, не сюда. Да ты не знаешь эту карту, как и я. Так, давайте прогуляемся, посмотрим. 1000 лет на этой карте я не был. Я знаю, как сюда идти. Ой, как туда идти. А! Ё-моё, блин, он очень стрёмный. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Если вы хотите увидеть очень много серий по рубрике «Аниматроники пугают охранника», напишите «Мы хотим». И мы снимем еще очень классную серию для вас. Тихо, иди на контре. Вон на контре, может, он нас не увидит? Проверяет ванну. Он думает, что кто-то купается. Так, он ждет нас, наш охранник. Пусти! Пусти. Все, есть! Нажимай кнопку! Все, не сможет. Очень большая тяга. Не сможет пройти. Смотрите, как радуется охранник, что не может аниматроник пройти. Щенок, выходи, ты не пройдешь. Бейте монтировкой. По пальцам бейте, он уйдет. Что за читерство? Он умирает. Эх, бейте ногой по пальцам. Он больше не сможет сюда прийти. Все. Это жидкий металл. Ушел. Все. Отлично, ребята, получилось. Очень страшная карта. Нажимай, быстрей. Фу, слава богу. Я аж обосрался. А, все, открывайте. Он сможет открыть калитку? Давайте проверим. А, он может двигать ее даже. Кстати, Саня, хочу тебе сказать, что у тебя очень крепкая резинка от трусов. Видно, они у тебя в школе не спадают. Вам лучше бежать, он стал злым. Это он злой стал? Да не, он добрый. Да. Блин, мне это теперь снится будет. Вы слышите его? Да, он стоит. Я не могу, я могу пройти. О, луна пришла. Не пускайте его.
Ну он добрый, он же не убивает, да, в таком состоянии или убивает? Ну если не превратиться в луну. А, ну все, тогда не надо, отжимай. Ты воняешь, уходи. Мне нравится твоя фраза. А что, аниматроники воняют? По-любому. Ребята, напишите в комментах, воняют аниматроники или нет. О, блин, калитка бьется больно очень. Нажимай. О, луна пришла. Все, он не сможет пройти. Рука. А он вообще может толкать ворота, даже когда с ускорителем? Ну, нет. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть может. Смотрите, даже зазорчик появляется. Прикольно, на руках ходит. А я могу сюда зайти? Блин, я не могу сюда попасть. Было бы классно. Все, ушел. Ё-моё! Это аниматроник ударил тележку, что ли? Растворилась. Так, поднимаемся наверх, только очень осторожно. Ой, давайте я выйду, посмотрю, что там на улице. В лесу стрёмно. Аниматроник! Я смогу убежать от него или нет? Так, моя сейчас цель красиво забежать в дом. Так, так, так. Я его обману, сейчас вокруг дома оббегу и зайду с той стороны. Я его обманул, потому что я бегу с той стороны, а я не бежал. Быстрей, я быстрей! Я задержал его, Дима. Молодец, Гусонёк, это ты, скорее всего, умрешь. Пусти его, быстрей! Зажимай, нажимай калитки! Есть! Блин! Ё-моё, мне аж пальцы вспотели. Блин, ребята, ну ролик точно заслуживает лайка вашего. Мы страдаем из-за этого аниматроника вонючего. Так, закроем дверь. Тут что, холодно на улице? Что, двери так скрипят? Классно. Так, пацаны, я сейчас к вам тихонько буду идти. Встречайте меня. Ах! Вань не пришел. Так. Я бы не хотел оказаться в реальной жизни в лесу, где находится дом с аниматрониками. Это очень стрёмно. Это очень страшно. Уходи, тебя давай. Тебе кажется... Посмотри назад, Дим. И что тебе тут на стуле? Нормально сидится? Пойдет? Кстати, за твоей спиной что-то ходит. А он не убивает. Аниматроник над нами сегодня издевается, пацаны. Так, надо продвигаться в будку охранника, срочно. Я иду. Мы идем крошки о крошке. К Максу. Давай. Все, я зашел. Нет, пусти. Все, закрывай. А, пока его нет, можно не нажимать. Нажимай, быстрей! Нет, не та кнопка! Есть, блин, ребята, бабушкины калитки сегодня хорошо работают. Просто великолепно. Вот это ускоритель фигачит, аж воздух плавится. О, я ноги погрею. Уходи, тепло в ноги. Все. Нажимай! Быстрее! Ай! Блин! Почти. А так прикольно, ногу на диван закинул, кто умер там. Так, хорошо, пошли еще раз. Быстрей. Его нету. Ай, по башке калиткой дало. Блин, ну у Санька реально крепкие трусы. А он бы пришел. Он может через калитку нас убить или нет? Он, кстати, двигает этот сильнее. Все, он ушел. Отжимаем. Поехали, Дим, на объезд. Да стой, не мешай, блин, тут они бомбой ходят. Так, его нету. Есть! Я его, видите, как отодвигаю, прикольно. А, он живой, он не убьет нас, да? Ну, садись в тележку на всякий случай. А он ее опять удалит. Я пошел, пацаны, я вспомнил. Нет, он ее не удалит. Он вас сейчас убьет всех. Он за мной. Есть, он за мной. Нажимай, быстрей! Быстрей! Блин! Садись. А он не убивает нас. Я бы не верил ему. Максим, отожми кнопку. Чтобы мы выехали. А, мы будем ехать? Ну все, поехали. Поехали. А подожди, тележка голимая. Ты ее украл, что ли? Супер. Там аниматроник едет. О, я знаю, куда мы сейчас аниматроника. Знаете, куда повезем? Куда? На мусорку. На работу пиццерии. Ребята, мы сейчас выкинем аниматроника на мусорку. И кому надо, можете его забрать. Он будет валяться там в контейнере. А, все, он ушел. Так, да. Вылазим. А нет, он был невидимый. Не, Гусенек, какая-то плохая идея. Мне кажется, нас убить может так.
Ну ладно. Заезжай. Сейчас. А его нет там у тебя на тележке случайно? Не-а. Гусанек заехать не может. Да галима. Блин, у калитки крепкие очень. Слышал его? Если что, закрывай! Жертвуем гусаньком, но мы должны выжить. Да не ту кнопку! Ну блин! Я не нажимал, он сам вышел. Так, идемте наверх. Я с фонариком его слеплю. Слепи, слепи фонариком. Так, он боится света, видите? А, боишься, щенок вонючий, секунд. Все, я вовнутрь. Отлично. Все, закрывайте. Надо просто красную отжимать. Вы красную и зеленую нажимаете сразу. Он зайти не может. Очень прочные двери. Никак не пройти. А он даже с разгона не может их открыть, если попытается. Фокси открыл, когда бежал. О, смотрите, они выше. Гусенек, у тебя резинки от трусов растягиваются, ты видишь? Тянутся. Да. Это если ты поправишься, то толстым станешь. Они будут на тебя как раз. Есть, отлично. Хорошо жмет их. Давай в школу, мальчик. Он так смотрит, такое ощущение, что он не убьет нас, да? А, Балун Бой же не убивает. Заходи, Балун Бой. Это добрый. Ой, батарейки от фонарика вроде бы забрал. Будем его бить? Он же добрый, не должен убивать. Смотрите, он на наши двери клацает. Вот он идет. Так, отлично. Закрывай. Не, его нету пока, можно не закрывать. А, есть, есть. Блин, очень страшный этот аниматроник. Я знаю, что он может тут появиться. Я так и подумал. Ой, если я тоже сяду на диван. Все, мы на диване все сидим. Садись, будем отдыхать, ребята. У нас отдых. Это что за дела? Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет твой аниматроник и укусит за жопу. Ля-ля-ля-ля. Так, все, пошутили и хватит. А, он хочет попасть к нам. Он никак не попадет, ребят. Ты какой-то неадекватный аниматроник. Все, сейчас, если он придет, я его отгоню. Ну-ка как? Сейчас увидишь. Отойдите все. Опа. Шел? Не порви резинки. Не, не порву, не должны. Просрала монетка, еще раз. Да ё-моё, монетка отсырела. Ёкалы-менекала. Ой, гусанёк, извини. Эй, аниматроник, я в туалете сижу. Иди сюда, убей меня. А я тебя запускаю, давай, заходи. Все. Пойдет. Да блин, он просирает монета. Я хочу ему монеткой по голове дать. Ого, дергай, Ася, сидя. Блин, не могу. Так, а ну сейчас гранату попробую бросить. О, давай. Он бежал уже. У нас, ребята, тоже тяга не бесконечна на воротах. Да, топливо. Если что, закрывать успею. Я успел. Опа. Так, все, он пока не заходит, я успею. На тебе, правда. Ого! Нет, я его не пущу, пацаны. Видите, пытается зайти, но не может. Так, это, я вспомнил, мне надо в туалет сходить. О, ты вспомнил, конечно, молодец. Только аниматроник мне не дает это. Да, поэтому ждем, когда будет... Да ворота! Да ворота! Так, я беру оружие, ребята, очень мощное, мы должны его сейчас замочить по-любому. Как он троих сразу убил? Да что ж мы тут качаемся? А нет, лучше, наверное, выйти. Ай-яй-яй! Он разозлился, он понял, что мы его хотим убить. Да ё-моё! Как нам его выиграть? Кто знает, пацаны? Я убежал, в нашу коморку. Хорошо.
Я иду к тебе. Нет, не сможешь, аниматроник. Не смогу? Пацаны, все нормально. Ну как? Нет. Ай. Ты убил его. Я убил? Нет. Это что, мы проиграли? Ну, походу. Так я ж ядерку жахнул, мы должны были выиграть. Так, я знаю, что надо сделать, чтобы выиграть. Ай, блин! Ого, у тебя план. Да нормально, я его выполнить должен. Ой! Взрывай! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Пика, King of Fire, Гусуняк, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Ура! Ребята, сегодня у нас очень классная и веселая серия «Аниматроники пугают охранника». И по многочисленным просьбам я буду играть за аниматроника. Если хотите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И заходите в наш Дискорд, пообщаемся. Ребята, я буду сегодня очень сильно их пугать и обманывать. Одна дверь должна быть открыта, потому что если будет две двери закрыты, это будет нечестно. Короче, вы тут держите дверь, я тут буду смотреть. У нас очень классные аниматроники. Смотрите, какие звуки они издают. Закрывайте, закрывайте. Ну, идем. Год крому закроем. Ой, не видим. Ладно, пока не видим, не буду вставать. Проверю, насколько вы классно играете. Потихоньку буду их, ребята, сейчас обманывать. И смотрите, в течение минуты я их должен замочить. О, видите? Еще бы чуть-чуть и не успели в дверь закрыть. Отлично! Отлично, аниматроник очень злой. Очень. Так, я на жопе не могу скользить? Не теперь могу. Переключай камеру. Не надо, не надо. Ага, дверь закрыли. Так, идемте на ту сторону. Я вижу тебя, Дима. Ха-ха-ха! Есть! Да блин, еще бы чуть-чуть! Еще бы чуть-чуть! Да я поддался вам специально, чтобы вам легче было. Не меняйте камеру, так оставляйте. Чтоб мы видели. Так, я понял, надо, ребята, брать быстрее аниматроника, потому что эти аниматроники очень медленные. О, у нас есть вроде бы балун боя. Во, Саня, он быстрее. Саня, ты можешь... Опа, закрывай! Ах ты, блин, еще в чуть-чуть! Саня, ты можешь по камере смотреть? Ну, блин, да как? Вы успеваете, я не понимаю. Ха-ха-ха, блин! Слышь, о, молодец, молодец! Так, блин, стоять! Блин, блинский, стоять, я говорю тебе. Ты что, думаешь? Смотрите, он смог выжить. Ну. Слышишь? Доктор Брин, Саня, ты иди, чего? Иди. Ты успел. Саня, иди на правую дверь. Саня, иди на правую дверь. Есть! Да вы меня бьете по башке, у меня уже отнялось больше 1000 жизней. Вы чего? Саня, беги. Саня, нет. Иди на правую. Даже нет. Больше 10 000. Так, ребята, я должен их по-любому убить сейчас. Но как я и сказал, в течение минуты я их убью. Это уже случилось. Все, ты убил только одного. Я в безопасности. Двоих. А, он там. Смотри, сзади. Двоих замочил. Когти показываются. Дима, я тебя вижу, там когти. Я ушел уже оттуда. Что? Что такое это? Вы слышите, где я? Подожди. Да блин, да я какую-то вонючую трубу ударился башкой. Так, Дима, ты там был, я тебя видел. Открывайте дверь. О, кстати, Саня, у нас план есть. Знаешь, не подожди. Так, ребят, ну, мне это не нравится. Сейчас мы должны их на... Во! Открывайте вот дверь. Нет, это прям читерски. Давайте что-нибудь помедленнее. Во! Это О! Отлично! Молодцы! Моя школа. Блин, очень классно детализированная пиццерия. Смотрите, даже как свет падает на аниматроников. Очень круто. Прям видно, у марионетки такая детализация. Прям смотрите, как классно сделано. Так что лайкосик 100% с вас. Вы хорошо играете, мне нравится. А вы где-то учились, да, на охранников? Где-то школа есть? Да. Так, то я свет отключу, мы свет не будем отключать. Верни. Да блин, еще б чуть-чуть. Так, это я медленно иду. Закрывай. Так, сейчас мы должны подловить их. Не закрывай, я вижу. А вы меня видите по камерам, да? Да, по камерам мы видим, да. Пусть один смотрит по камерам, а мы будем вот так двери закрывать. У вас две двери закрыты, мы ж не договаривались. Да, закрывай-то, закрывай. Да блин, ну как я промахиваюсь, марионетка, ты чего?
Дима, я тебя видел. Хорошо. Сейчас я обману их. Смотрите, есть у меня одна тактика классная. Пацаны, впустите меня, пожалуйста, я добрый. Вот сейчас я добрый, серьезно. А, знаешь, что сделать? Кингофайр, знаешь, что мы можем сделать? Открой эту дверь, сейчас. Пусть это Саня делает. Саня, давай. Давай, Саня, давай. Открывай. Так, стоять, кому я говорил, ах ты зараза, на. Есть, а чего вы хотели добиться тем, что вы открыли дверь, что я вас не убью? Мы хотели убежать, но я хотел убежать. Так, кто это за аниматроник вам бежит? Хорошо, успели, молодцы. О, чукай. Ой. А где я? Ой. Ой-ой-ой. Кто это у нас вышел? Ты чего? У тебя что, две жизни? Ага, стоять. Так, как же мне его поймать? Если я побегу в эту сторону, он побежит в ту сторону. Так. Так, блин, еще эти столы, мне неудобно ходить. Давай. Стреляй. Он там, на краю. Ты дурак, что ли? Да, блин, ты смотри, что делается. Так, отлично, я добегу, я быстрее бегу. Да как вы успеваете, ребята, ну они меня дурят. Я их должен обманывать. Я знаю, тут можно выжить. Давайте какого-то возьмем вообще жесткого. О, давайте для прикола возьмем сейчас аниматроника. Я иду, пацаны. Саня, ты один. Ты че по мне стреляешь, а? Ах ты, зараза! Ой-ой-ой! Одни есть! А я сразу двоих убил! Нифига себе! Успел. А, мы видели, так вот. Не открывайте. О, прикольно, на подкрадулях. Это ж волча... Ох ты, блин! Так дайте зайти. Я успел. Все, я добрый, пацаны, я не могу убивать, я добрый. Открывай. Я не могу убивать. Да, вы дверь убили свою. Смотрите, видите? Так он не убивает. Батарейка села. Тупо села батарея. Так, все, помогите мне вынести. А у вас энергия кончается, пацаны. А, я знаю, что можем сделать. Так, выносим аниматроника. Эй, я тяжелый, не выноси меня. Да я не могу реально убивать, когда я в этом режиме. Сейчас батарея осталась, а пару секунд батарея включится. Нет, не включится. Вот, есть! Ах ты, блин, успел двери закрыть. Так, насколько я знаю, тут кто-то ходит. Опять ты! Ай-яй-яй. Вика, ты чё? Ты что, энергию пополнил? Да. Ах ты, зараза! Ребята, они меня обманывают, я буду сейчас орать на них. Так. Вот теперь пошел мощь. Ой, блин, я думал, я зашел. Честно. Да я перепутал кнопку. Вот не успели. Вот сейчас вы не успели. Очень быстрее этот аниматроник. Так что, ребята, у них никаких шансов нет. Кстати, с чего мне всего 1000 жизней осталось? Где мои 9000 жизней? Черт возьми. Так, все, я опять добрый. Я еще какие-то звуки издаю. Вот такой звук, да, смотрите. Все, батарейка опять села. Они какие-то старые, у них батарейка быстро садится. Помоги выносить аниматроника. Да куда вы меня выносите? Я свой. На мусорку. Подожди. Тебя. А, нет. На мусорку аниматроника хотят вытащить? Да, ты плохой. Есть, батарейка заработала. Отойди. А вы заразы. Как тут? Надо. О, пацаны, выходите ко мне. О, ты я опять понял, энергию как пополнил, хорошо. Не, я не пополнил, я понял, как пополнять. Я понял. Ну да, надо выключить и включить. Я внутри. Гусенек, выходи, быстро отсюда выходи. Все, вышел. Все, пацаны, это теперь моя пиццерия и мой офис. Так, пацаны, что вы там ходите? Знаете, почему я здесь стою? Выкуривайте его. Вы что, энергию не включили? У вас должна энергия тратиться. Я включил, так я его зарядил, Дима.
Ага, тратится энергия. Сейчас я вам посажу всю энергию и убью вас. Я знаю, что можно сделать. А вы меня не убьете так. О, давай, перди, перди. Это вам не поможет, пацаны. Потому что я лучший аниматроник. Ты что тут делаешь? Ты что делаешь тут? Блин, напердели, навоняли. Ай, жизни мало. Так, где, вот один есть. Так, давайте посмотрим. Опять войну объявили. Че, энергия тратится, пацаны? А, чего? Да, тратится. Отлично. Так, ребята, сейчас мы уже берем очень сложного аниматроника, которого уже им тяжело будет контрить. Кого там контрить? А все, пацаны, вы все умрете. Такого взял. Опять пика ты сюда идешь? А, он Чику взял. Слышите меня? Такая тишина, все слушают, где же я хожу? Давайте, сможете энергию пополнить или нет? Берем вот это. Таня, бери. Таня, бери это. Дима, я же тебя слышу. Кто ты около меня ходил? Ты дурак, что ли, опять сюда пришел? Ну как зарядить энергию? А я сейчас знаю. Давай, поймай меня. Опа! Не получилось. Ты задрал! Но ты не выйдешь отсюда живым. Ну ничего страшного. Ты задрал меня, вы... То ты что тут делаешь? Да тебя видно, огурец ты вонючий. Ого. А, вы хотите повоевать? Давайте повоюем. Давайте. Давай, давай, Дима, давай. Я иду. Отлично. Ого, вы мне жизни выносите, но это не работает так. А вы задрали, а? А я знаю, как можно тебя убить. А как ты меня убьешь? Ты меня не убьешь. Все, я здесь буду сидеть, пацаны. Чтоб они ко мне не, меня не трогали. Все, я зашкерился. Ах ты пердло вонючая газовая. Да. Интересно. Вот это они меня гасят. О, я в подвал иду. Да, вы там закидали. Все, ребятушки, я в подвал, спускаюсь. Так, приготовиться. Сейчас будет абордаж на подвал. Какой подвал, абордажевич? Сейчас кончится. Сразу видно, очень умные люди со мной играют. Блин, текстуры вообще на высшем левеле сделаны. Вы хотите со мной пошутить? Шутки? Я ничего не понимаю. Ну да. Вы понимаете, что со мной шутки очень плохи? Что ты делаешь? Ну давай, инвалид. Да. Согласен с тобой. Полностью. Нет, он бомбу активирует. А я бомбы не активирую, я их просто тут слажу, я тут склад у вас бомб. А кто вам бомбу тут слажит, я ничего не понимаю. Он сам внизу, в подвале. Ой. Ну что, вы будете по мне стрелять теперь? Не кидайте. Кидай! Вы сами взорвали себя! Вы сами в себя взорвали! А чего такие умные? Это жесть просто. Ребята, последняя схватка. Аниматроники против охранников. Посмотрим, кто выиграет. У вас есть 2 минуты, чтобы меня уничтожить. Ну не закидывайте, мы просто срезали время. А если я поставлю опять мощную ядерную бомбу, если вы будете стрелять, она взорвется. Вот сейчас мы посмотрим, как вы будете защищаться или нападать на меня, если у вас тут будет лежать бомба ядерная. Нет, я думаю, нет. Нет, она работает, кстати. А я знаю, чем он бомбу запустил. Давайте, давайте, стреляйте по мне, я вас жду. Ах ты, тварь, пригвоздила меня. Да что ты, не кидай. Ну, бомба. Я пригвоздил его, все, все, все. Не кидает больше. Они не могут тебе до двери подойти, я их не пускаю просто. Да ты тварь, я ж только... А! Меня колбаса. С вами Димас, Гусанек, Колбаса, Форум. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Карта FNAF 7. И сегодня мы скачали новых классных аниматроников с части FNAF 4. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Выживай. Я слышу уже аниматроника, он уже идет. Да, он взял маленького Фредди. Вон он. Ну да, я повыглядываю.
Он с правой стороны. А с правой стороны идет, хорошо. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, он уже пришел. Выходите все, выходи. А он ходить закрой, не может, он просто сидит, он да? Он потепается, да. Офигенный аниматроник. Вроде добрый. Так, тут что, у нас ничего нельзя понажимать? Ой, это не беги. Добрый. Вроде бы все живые. А! Мать моя женщина. Я так дернулся, чуть микрофон не откусил. Ты вообще неадекватный аниматроник, сильно напугал меня. Закрывай. Беги. Я успел. А что это с ним? Воу, да он-то его колбасит, пацаны, его крутит. Исчез. Появился. Не забываем подписываться и ставить лайкосик. Это очень важно для поддержки нашего канала. Он уже с этой стороны? Нифига себе он быстрый. Ребята, если вы хотите с ним пообщаться и классно провести вечер, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. А чего он так быстро передвигается? Не знаю. Это неадекватный. Опа, он тут. Уже там? Он тут. Нету. В офисе. Мне нету показалось. Его здесь. Я его не вижу. Вот он в офисе, да. Блин, это жесть. Он может под полами, короче, передвигаться? Или что это за фигня? Да. Удара? Я вышел. Он тут! Быстрей. Двери. Я успел закрыть. Блин, ребят, это очень стрёмно, когда он сзади бежит. Он может теперь появиться в любом месте. Ай-яй-яй. И пробежал мимо. Убил наших пацанов. Сразу двоих замочил. Какой-то неадекватный аниматроник. Здесь открою. Чика, гляньте. Блин, они очень страшные. Это он как бы пугает, но на самом деле он не убивает нас. Визуально. Зубы такие. На, о, ушла. Так, там никого нету. Он тут стоит. Да не, вроде нету его. Вот он, закрой. Да я ж не закрываю, не открываю. Форум. Готовлюсь. Да хорошо. Тащим. Гляньте, кексик. О, кексик, о. А он не убивает, пацаны. Наверное. Берешь опять. Да, он не может убивать. Это добрый кексик. Еще такой звук тарелочки, когда он прыгает, да, пацаны? О, на голову тебе прыгнул. Да, это добрый, видите? Ого, у него зубы. А ну, засунь руку туда ему. Ап. Ай! Я думал, уже не убивает он. Нет, он злой. Ты, это не злой, это неадекватный. Так, пошел отсюда, щенок маленький. Он сейчас еще раз убьет кого-то, надо подальше отойти. Он не может, короче, пацаны, выпрыгнуть никак. Слишком широкий. Ты че, широкий сильно? А сколько у него жизни? А, много жизни. Чего у кексика так много жизни? Так, это хорошо, что он ушел. Это псих какой-то. Дим, осторожно, он справа. Я смотрю. Главное, ты смотри. Ползет. Слышали, да? Там сверху. Ползет кто-то. Нет, это он с правой стороны. Он просто. А что за звуки такие? А вот. Бежал налево. Так, если он может ползать, значит он может по вентиляциям лазить. Да. Так, форма, ну дай я повыглядываю. Давай, а вот, гляньте, вон слева. Вдали. Где? Вижу. Опа, осторожно. Да не идет пока. А! Идет. Я успел. Извини, а обстоятельства. Я успел закрыть двери. Ой, собака. Спасибо. О, гон там двери шкрябает, смотрите. Новые двери купили вчера. Эй, мы ремонты поделали. Офигенная анимация. Убежал. Двери закрыл. Нет, он еще там. Опять шкрябает, смотрите. Вы слышите этот звук, да? Да. Да. Когти точат. Что за звук? Гусанек убил кого-то. Так. Есть? Он вдали. Вон там вот спереди. А я успею, если что, убежать. Я тогда не буду себе мешать пройти. На меня. Саня, не убивай. Ой, Фокси, Дим. А где Фокси? Я слышу скрип какой-то. А, вот он! Справа. Быстрей!
Ой-ой-ой! Хорош, я запрятался. А где ты? Он меня не видит. Быстрей, быстрей! Он сзади меня! Не успел. Блин, скример стрёмный. Мне будет сегодня ночью сниться этот аниматроники. Смотри, не обкакайся. А вот идет Фредди. Фреддер. Ого, он ржет. Неадекватный какой-то. Так, я отсюда его повыглядываю. Если что, я успею убежать. Вот он, слева. Я его вижу, пацаны. Эй, чутик. Дай посмотреть. У него еще такой цвет серый. Необычный. Глянь. У него даже анимация есть, как он по дверям стучит, да, пацаны? Ну, как будто бы обнимает двери. Или пытается обняться. Кого-то бьет, чешагает. А что он там делает? Он зверем играется. Пробуем ему подсрачника влепить. И убежать! Подсрачник не убежал! Да быстрей! Ой-ой-ой! Он не ушел никуда. А вот он стучит, смотрите. Есть, я успел закрыть. Блин, ребята, была на соплях. Фух. Он опять тут стучит. Смотрите, что он делает. А чё он такой какой-то серый? Он загоревший, что ли? Да, о, убил наших. Так, пацаны, сегодня прям хорошо выживаю. Не сильно страдаю. Опять стучит. А скример желтого аниматроника. А я возле Сани стою, он меня не видит. О, другой пришел. Вот этот раз просто Фредди кошмарный. Блин, вот это смех у него зловещий. Так, смотрим, бежит. Да не, нормально, я успею. Он бежал. Да вроде бы нет уже. Ой, Саня, ты чё спрингтрак? Это что за звук? Прикольный звучара. Убил нашего. Колбасу убил. Он вот справа. Ой, бежит. Маленький телепиздрик. Прости, пожалуйста. Все, его нету. Открывай дверь. Он зашел! О, я на стол залезу, чтобы он меня не убил. Ой, телепиздрик не достает. Классно разговаривает. Ого, он стрёмный, ребята. А, он вроде не убивает. Он добрый. Убивает меня. Он добрый. Ой, нет, не добрый, он Дим. Смотри, что он делает. Он подо мной. Так, да, надо быть внимательным. Так, он здесь, я за ним слежу. Он говорит, давай поиграем. Пошел. Да. Он не может выйти, пацаны. Да, силёнок. Слава богу, нас не убил. Ого. Вот это у него глаза стрёмные. Хелабрин. Обострался. Он боится нас. Ладно. Я знал, что мы очень классные охранники. Нас никто не может убить. Блин, ого! Что это за звук? Да, вот, смотрите, стоит здесь. Я его по спине надаю монтировкой и текать. Так, сидим. Дань вышел. Дим заходил. Я зашел! Ай! Непонятно, когда он убивает, а когда нет. Это очень как-то Саня, пока. Необычно. Так, все. Гранатами забросали, да, его? Да, я. Вот он с этой стороны. Я его слышу. Ого! Да, осторожно ж, пацаны! Так, он пошел в эту сторону. Убил. Ибо нефиг ходить, где попало. Он опять с этой стороны. А что он говорит, вы знаете? Если скажешь, то привезти. Но я не слушаюсь. Я смотрю, я с левой стороны. Оля, бежит. О, нет, он же злой. Опять эта копейка. Ой, этот, копейка пришли. Капкейк.
по факту. Пацаны, зря вы туда идете, он вас сейчас замочит. Там эндоскелет. А вот он. Он бежит до меня. Беги, беги, беги. Закрывай. Пели. А вот он пришел. Опять нам дверь. Да не шкрабай. Купил только новые. Он ломает нам пиццерию, пацаны. Кто оплачивать будет? Аниматроники. Так, Дим, что ты там делаешь? Нет, 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 нет. Я открыл эту дверь. Черная штуковина. Давно я этого не делал. Все, пацаны, мы сейчас затащим. Кто смеется? Да аниматроники. Дим, мы убегаем. Да не, не надо, еще рано. Еще черная стена не идет. Когда же будет подходить, тогда будем бежать. Опа. Вот это полоски чернючие. Что за бенди и черная машина? А где стена черная? А вот по нам. Нету еще. Ой, тут сами. Беги. Ай! Идет, идет, проходи, форум. Что ж ты стоишь? Бежим, бежим. Так, я буду еще посредине стоять этой черной стены. Смотрите, поглощает все на своем пути. Полностью все. И аниматроников тоже. Мы пожертвовали собой, чтобы убить их. Все. Ну и себя мы тоже. Нет, смотрите, еще нормале. Так, вот центры как раз. Буду знать, где центр этих штуковин. Все. Ой, ой, ой. Ой. Да не бейте, не бейте! Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!